Всем привет! Сегодня у нас будет Roblox стрим, в котором мы, как обычно, будем смотреть постройки подписчиков. Ладно, будем начинать. Звук тоже настроен, все в принципе нормально. Если будут какие-то проблемы, напишите там, ну, со звуком. Так, как попасть на стрим? Вроде бы Арконус был писал. Вон, да, Арконус писал. Сейчас я закреплю. Как попасть на стрим? Все в Discord сервере, туда заходим. Ссылка в описании. Кого еще там нету? И первый будет Кибер. Черная команда первая, почти всегда. Микрофон подрубаем. Подрубил. А, молодец. Так. Стоп, а вы хотели... А вот это вот постройка или то, что я первую скидывал? А что ты первым скидывал? Экзоскелет. Давай экзоскелет. Он вообще без декора. Он без декора. Давай. Может, гриля? Нет. Давай скорее. Скорее. Здесь экзоскелеты и мусор. Мусор? Ты свои разработки для Ухограда называешь мусором. Это нет, вот это вот мусор. Оно не работает. Точно? Точно. Уверен на все 100%. Если сейчас оно заработает, ты будешь... А. Ладно. Оно мает автоматически наводиться. Что-то не видно. Угу, вообще круто наводится. Так, начнем. Это экзоскелет. А зачем строил? Ау. Ну, просто. Тайные разработки Ухограда. О, давай. Я готов. Сейчас. А это, короче, экзоскелет для уничтожения всех врагов. Да, только штанов нет. Убери шапок. Шапку. Не убери обсидента. А пушки сейчас зачем? Сейчас уберу. Как их? А, вот. Ты будешь уничтожен этим. Сейчас, я уберу всю прозрачность. Твое творение уничтожило тебя же. Ой. Я убирал всю прозрачность, посмотри. А может, включишь? Теперь я знаю, что и где нажимать надо. Там нужно нажимать, смотри, там есть красный ускоритель. Или у меня не забралось, да, не забралось. Короче, есть красный ускоритель. И вот там, где есть серое, нажми. Точнее, синий. Стоять, акула, не двигаться, Иван убежал. Акула, мистер Турбо. Нажми на вот это вот синее. Сейчас, то, погоди. Что любит Арконус. Это то, что любит Арконус. Нет, подожди, съешь вот это. Ой, одень. Одень джетпак мой крутой. С видос. Ну, ладно, так, нажимаю на синюю кнопку и... Ой, любимая штука. Лети. Аркануса. Лети. Теперь нужно прыгнуть. И не умирай. Ой, я сейчас убедил забот приходить на твоем скелете. Кстати, на нем очень легко проходить билдебот. Пробовал? Да. Значит, я не первый открыватель. Сейчас, погоди, выключу. Ну, прикольно, на скелет тут много механизмов. Но декора пока нет. Ну, я максимально напичкал его. Угу. А для чего построил? Кого-то уничтожать собираешься? Чтобы уничтожить Лесоград. У нас мир. Чё? Ну, неплохая постройка. Пусть оценку пишут подписчики в чате. Мне понравилось. Вот так будет вооружен каждый поезд. Учтите, здесь нет штанов. А, ну да. Что, какие механизмы? Киборг-убийца. Так, 7 из 10. 10 из 10. 10. 10, 7. 7. 7, 5, 10, 7. 7. Короче, больше всего тебе семерок и десяток. 12 из 10 от Арконуса, потому что там есть шарик.
Ну и все, Ну, а вот ладно. что я хотел показать. А ты Сейчас. хотел это показать? Да. Но не суждено было. Если твоя постройка останется самой крутой на этом сервере, то мы посмотрим еще гриль. Окей? Ну ладно, а я пока Согласен? что покатаюсь. Покатайся. Я иду к Иц банану. Банан, привет. Алло, Привет. банан, я тебя не Привет, слышу. я тут. Алло, меня слышно? Банан, тебя не Меня слышно. слышно? Ой, не делай свой микрофон громче, у меня аж орёт. Так. Так, операция у Games. Чё? Оператор. Там оператор. А, оператор? Тут оператор написано. Я думал, операция без читов. Подпишитесь и Да. ставьте лайк уху. Это обязательно нужно сделать каждому. Подписаться, поставить Согласна. лайк. И теперь нам надо пройти паркур и испытания. Паркур. Да, а это паркур. Вот так. Пам. Пум. Опа. Оп. Там пишут, как попасть в мой дискорд сервер, это очень легко. Блин, зачем ты меня выбросил? Ссылка на него Я есть в знаю как, описании, я меня знаю просто... как, я знаю как. Я знаю как. Смотри. Да. Можно было и так. Что? Ну А, ладно. ну я видел лестницу, но так долго. Да Ладно. я про другое, я вот смотри. Да, вот так вот. А ты знаешь, что я мог не проходить паркур, дойти вот сюда? И как? Вот. Ну да. Ну да, но там смотрела что. Прикольный лайфхак. У меня получается. Ура. Да. Тут... Это портал в закулисье. А что такое за кулисье? Закулисье — это место, куда попадают люди неаккуратно. То есть они ноуклипаются сюда. Не понял. Ноуклипаются вниз и попадают сюда. Тут отсюда... Обычно тут нету выхода, но я сделал. Мне кажется, что я в огромной сырной комнате, где куча проходов. Такой цвет закулисья. Мне реально много сыра, и я не знаю, еще такая огромная мышка выбегает на меня и съедает. Кстати, такой режим есть еще. Да? Да, есть. Режим такой есть. О, поздравь, я нашел тупик. Сколько еще я Поздравляю. их встречу на своем пути? Ну, не знаю, сколько встретишь, столько и Да, встретишь. блин, достал уже, я в один тупик 3 раза зашел. Ладно, иди за мной, я тебе покажу. Отойди. То мои нервы сейчас испортятся, я тут все взорву. Так что лучше показывать выход. Сюды. Сюда. Тут выход. Да, сюды. Выход. А теперь надо выбраться из тюрьмы. Я в Майнсуфте? А фига тут у кибер есть. О, Но... ну-ка. И смотри, знаешь, тут нельзя, так вы... Специальный блок стоит. Ах Смотри. ты. Смотри, Хотя я бы и так бац. не пролез, потому что я толстенький. Я думаю, Ну... о, кровать амунгусов. Почему не догадываются все, то что... Потому что это слишком просто. Не Тут касайтесь нельзя... Крастова. Не касайтесь Крастова. Смотри, Тут как надо... мастер проходит паркур, ты так не умеешь. Смотри, хоп, хоп. Стоп, чекпоинт. Пум, пум. Чекпоинте. Пум, 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 пум. А я просто вот так приеду. Ах ты, читер. Но тут очень много Теперь... деревьев. Ну, Это теперь на... закулисье деревья. Ой, Да не... деревянные. Куда-то тебе найти кнопку. Мне надо найти кнопку на дереве. Да, на дереве. Не на листве, а на прив... Где? На листве? Окей. Не, не на вот этой, не на... Коричневый. Блин. Самое сложное. Дай подсказку, куда идти. Смотри, ну Горячо, тогда иди холодно, говори. вот сюда, Стоп, я сюда. нашел, я нашел. Да. Там еще раз нажми. Ой, блин. Еще раз. Все. Идем. И тут конец пока что. Да. Кто из нас первый упадет, тот нубик. До свидания. А-а-а-а-а.
Блин. Ну, Так, Кирилл, ну, ну, Кирилл. пишем оценку этой постройки. Она похожа на мини-игру Фотика. То есть Да, квест. я немножко так скопил. Так Интересно, совсем что он немножко. скажет на это? Ой, блин, твоя голова крепче, чем орех. Шесть, шесть, восемь, Шесть, восемь. десять, десять, О, одиннадцать, шесть. Больше всего шестерок пока что. ну За да. кровать с Амогусом я ставлю 17 из 10. 10, 10, 8, 10, 3, 0, 3, 8. 0, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 10, 0. 3 за сыр, 7, 0, 11. Ладно, все, хватит. Так. Ну и... Я спрашиваю, что будешь делать, если удалять билд-бот? Снимать скайблок буду. А скайблок где? В Роблоксе. Ну, я уже удалил. Ну ладно, я иду, наверное, в следующую команду, чтобы не задерживать. Давай, а я жду ссылку в чате. Не понял. Ноль. А, ссылку в чате? Да, понял. Чтобы про следующий Муха раз вертолет, сказать. Привет. Включи. Привет, привет. Нужно ловить ресы, ловить акулу, делать постройки, улучшить плод. Придумайте еще идеи ПЖ. Идея. Ловить... О, нет, готовить уху. Вот тебе идея. Нельзя что брать умеет? Вещи с воздуха, мешать другим, нарушать... А, ну нарушать. Нельзя, то есть нарушать, вот это. Ловить акулу и ломать ее. Воровать. Делать смену вещей без ведущего. Можно тимиться, брать вещи с разрешением, помогать ведущему, придумывать идеи, угорать, охотиться. Знаешь, я сейчас поставлю блоки на то, что я буду выполнять. Я буду... угорать. И охотиться. И тут нажму, я буду воровать, буду ловить акулу, брать вещи с воздуха, мешать другим, нарушать... И делать смену вещей без других, без ведущего. Мне напоминает план какого, знаешь, грабителя. Ладно, ладно. Я, короче, буду соблюдать правила. Это что, мой дом? Это плот. Логично. Так у меня почему-то сломалась конструкция подавания ресурсов. Конструкция подавания ресурсов? Да. И что мне делать? Я не знаю, я без... Ловлю рыбу. Идем рыба. Что-то рыба не ловится. Потому что конвейер еще не работает. Он сломался. Убили Хаги-Ваги. А, тут типа надо, чтобы они двигались? Да. Ну, сделай. А. В первой версии было этот... Ну, загрузи первую версию. Она у меня не сохранена. Ладно, жду. Я когда что-то обновляю, у меня это меняется, потому что все хранить с собой это слишком муторно. А что мне делать надо? А ты ни разу не играл в Рад? А что это? Понял. Это игра в Роблоксе, наверное, да? Нет, это отдельная игра. От отдельной студии. Ого, отдельная. Робок стал не отдельным? А себя ловить можно? Если хочешь. А из меня что можно скрафтить? Не знаю, я не крафтил что-нибудь из людей. Да? Я сделал. Я, если честно, тоже впервые. Смотри. Вот ресурсы идут. И по воде так-то, по идее, ходить нельзя, ты не ресурс. А вдруг, а кто знает, может, я ресурс. Это моё, да? Поймаем рыбёшку, давай сюда, я сейчас суп сварю. Ха, у меня есть одна рыба. А как оно само едет? Ладно, возьмем деревяшку. Это конвейер, потому что... Это Роблокс. Это Бобукс. Заберем еще вот Роблокс. Это. Так, да, хотел тебе Крафтинг Хаус показать, но это прикольнее будет.
Так, сейчас поставим еще вот это. О, я рыбу хочу поесть, можно? Эта рыба исключительно для супа. Покушаешь позже. Ладно, на, бери одну рыбу. Ой. Ну, вон твоя рыба, она улетела. Можешь брать. Не жалко рыбу, которая валялась по земле 5 километров. Почему только всегда происходят какие-то баги? Это не баги, это жизнь. Ловим. А, там унитаз уплывает или что это? Это пластик. Я тебе помог. Ну иди возьми ту рыбу, которая валялась 5 километров. Разрешаю, так уж и быть. Можно, но как? Она вон там. А, акула! Откуда он тут? Она упала. Сломалась. Ха-ха-ха. Помогите починить акулу. Ой-ой-ой. Я бы готов. Киборг пришел на. Нет! Не трогай мою рыбу, блин! Киборг! Не трогай, моя рыба! Уходи отсюда! Или ты моя будешь убийца. Сейчас будешь уничтожен. Кто-нибудь захватите акулу, кто-нибудь поставьте лапу, а то она сломалась. Так, давай, из банан, помогай мне, а я пока этого киберкотлета взорву. Ну, стоять, ты портил мои вещи, ой. Ну все, никуда не убежишь. Всё, нет, не поплавно. Теперь стой там. Стой. За то, что портил мне все. Помогите, у меня акула лежит. Да? Да. О, у нас теперь собственный шарик киберг, смотрите. Ого, собственный шарик киберг. Когда ему такой был у кого-нибудь? У меня впервые. Он даже летать умеет. Как муха, которая попалась в ловушку. Муха, которая попалась в ловушку, Билайк. На плоте мухи. Надо поймать эту огромную жирную железную муху. Давай, улетай отсюда. Оп. Мне нужно продолжать ловить ресурсы. Ага, только у меня все еще не работает почему-то конвейер. Почему-то, когда больше игроков, то он ломает. Мне исчезли все постройки, когда приходят ко мне, они ломаются. Я что, такой невезучий? Ну, или это постройки такие сломанные? Это у меня постройки такие. Знаешь, ты еще просто не видел мою первую версию акулы. Там она, когда поворачивала, она складывалась втрое. Можно я? На, лови, я уже устал. Я столько добра наловил. Можешь ты половить. Я уже устал. Пойду я побегу и посмотрю, что тут за котлетки везде. Так, эту... Ой. Ладно. А вот это... Я сейчас съем всю рыбу. Опа. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. У меня еще есть идея для футбола построить с прогулочными блоками. Я думаю, ты знаешь. Фиолетовые такие. А чё акула не работает? Она отдыхает. У нее отпуск. Лапу... Ого! Я рыбу отправил в водопад. Там еще какие-то вон хп есть. Это менюшка игроков. Они тебе... Иди сюда, сейчас порталу покажу. Я сейчас сам приду. Вот синий. Мы соседи. Так, вот. Ну что я сделал? Синий, а не фиолетовый. Я тут, сбоку. Иду, что? Я тут. Смотрю. Кто? Меня бесит обновление Роблокса. Они мне ломают всё. Ту малину. Ладно, тогда внизу посмотрю. Нет, смотри, вот. Это выдвигать, чтобы вещи. А, типа, берем удочку, берем молоток. Да, еще есть мультитул. Это все вместе, если выдвинуть. Ну, была такая игра, тут была акула, но ее взяли в отпуск. Акула ушла в отпуск, конвейер тоже, видимо, взял отпуск, а рыба тут лежит и отдыхает. Отпуск тоже. Я не знаю почему, но у меня почему-то всегда все ломается. Это обидно. Так-то это все, здесь еще постройки всякие.
О. вкусное. А, это типа можно взять и Клетки. построить, вот, из ресурсов. Например, доски и железо Да. взять и вот это построить. Да, я крафты помню, в старой версии еще скидывал, они с тех пор не менялись. И вот можно брать всякие платформы. Ну, давайте тогда оценку этой постройки в чате, которая не хочет работать. Постройка прикольная, но не хочет работать. Типа она работает, но частично. Семь. 7. Из-за того, что нельзя ловить пельмени. 8. Понятно, я 7. круче слил. 10, 8, 7, миллион. 10, 8, 8, 7, 8. 8, 8, 10, 0, 8, 8, 10, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. А, это один человек пишет. 10, 10, 10, 8, 10, 7, 10, 5, 18, 10, 0, 10, 8, 8, 18, 10, 10, 10, 1, 8. Ладно, я уже устал читать. Все, хватит писать. Я пойду в следующую команду, наверное. Так, где я сейчас? Зеленый был. Розовая Тима. Кто это? Фоксу Дэвид. А, я, кажется, понял, кто это. Принимай меня, Дэвид. Ау. Ау. Ладно, я пойду тогда в другую команду. МИ4АЙК. Твой ник уже скороговорка. Я тебя не слышать. Оп. Это танк, который на огромной подушке. Так, я, кажется, понял, там кого уничтожить. Танк. Твой танк угоняют. Остановись. Я его поймаю. А чё микрофон выключен? Идея. Здрасте. Ладно, МИ. Что это вообще такое? Этому так название не придумали? Ты вроде писал название этому. 10. Уже передумал. Ну, значит, это огромный, ну, не огромный, но танк. Знаешь, это, вот эта башня похожа на один танк. Такой, этот, как... как он назывался? Из видеоролика World of Tanks. Из World of Примите, Tanks, пожалуйста. Да, такой бесящий 7-го уровня, американский. Он вообще бесит. У него броня, блин, на миллион. Ну, тут очень много детализации. Красивая башня. Пушка, вот тут даже его труба есть. Тоже прикольная. Само дуло тут очень детализированное. И вот сама идея. Вот что это такое? Танк на подушке по воде едет. И сзади еще какой-то пропеллер, который крутится. Ну, также тут очень много декора и есть механизмы. Наш Кстати, мне пока... хочу... Что? Кстати, я хочу сказать кое-какой интересный факт. Скажи. Этот танк был... попал в видео это, западного ютубера по билдоботу. И у него миллион подписчиков. Да. Ну, повезло. Ну, дашь мне ключик понять? Или нет? Ну, спасибо. Этот танк умеет ехать. А. Погодите. Включи ПВП. Сейчас надо будет это доказать его мощь на противниках. Кибер тоже. А мне. Так, ладно. Он, у него может крутиться башня. Также он может стрелять. Кибер, включи ПВП. До свидания. Ну да. Ой, нет, зачем меня поймали? Это гриль, у него плохая броня. Те, кто играл. Отмазка, отмазка. Так что здесь, конечно, J и X. Они отвечают за камеры. А как пушку поднимать? А вот, CV вроде бы. C и F. Сейчас. Так, C, а другая клавиша. А, вот Z.
Также поднимается, опускается пушка. Когда ты едешь, крутится пропеллер, на котором есть вон такая маленькая сфера. Вот эта постройка очень пытается сильно меня уничтожить. Кто автор? Муха-вертолет, включи ПВП. Зачем? Надо. Ты же связался с танком. Заметьте, я езжу на воздушной подушке. Ну, вот такой танк. Очень много тут механизмов и декора. Может, хватит меня таранить? Можно гайд вот сделать такие красивые сгибы потом? Я тупенький. Отпусти. Ну ладно. Оценку этому танку тоже пишем снова. Может, хватит меня держать в плену? Отпусти. Ой, блин, я сам себя взорвал. 10, 1 минусом. 10. Твой танк самая лидирующая постройка. Пачкам. Ладно, я пойду дальше, наверное. Дэвид меня не принимает. Кто остался? Белый нету. Есть желтая. Ау. Какая? Стоп, я еще тут. К Дэвиду не заходил. А где он? Да, он попал. Это босс битва. 4 атаки плюс пропадание платформы. Ой, блин. Это босс, который... Да, это босс. Ну давай. Первая атака — это исчезновение платформ. Я такой стою, и оказывается, что я ровно стою там, где надо. Сейчас бы упал. Это что? Что-то идет не по плану. Давай. Я стою. Дубль 2. Так. Попробуй. Так. Что-то у нас с сервера люди вылетают. Или выходят. Что-то все лагает. Описание под видео находится. Опа. Ой, нет. Как? Что-то быстро упал. Я проиграл. Красный портал, давай, заходи. Красный? Давай. Да. Так, ладно. Что-то лагает, кто-то что-то грузит или удаляет. Сейчас. Странно. Очень сильно лагает. План вроде бы отвисло. Сейчас я захожу. Вот. Давай, я готов продолжать. Так, что тут можно еще сделать? Это что? Ой-ой-ой. Это поршни. Нужна эпическая музыка босса из этого обновления. Ой, Экханта. Нет. Я выжил. Что это у тебя там за кнопочки такие? Это? Ой-ой-ой. Дай мне, пожалуйста, управление. Сейчас я буду управлять этим боссом. Нет, давай сначала я. Тут последняя атака осталась. Давай, я тебе. Уходить? Жестоко. Сейчас. Готов. Давай. Так, последняя атака. И одновременно конец. Двигается довольно медленно, так что ты должен успеть нажать на этот рычаг. А мне просто надо прыгать? Да. Оп. И что потом? А еще там кое-какой рычаг. Оп. На краю. И что, на него надо нажать? Да, успеть. Я должен успеть на него нажать. Я что-то да. на Дрима какого-то похож. Ай. Я нажму на тебя. Все, я нажал. Ты уничтожен. Ой. Ты возвращаешься на... Спасательная капсула. Все, улетаем. О. Ну, сам сюжет босса, да, прикольный. То, что типа я сражаюсь с боссом, потом его уничтожаю, он на какой-то капсуле улетает. Теперь я буду управлять им. Так, все, можно продолжать. Главное убрать эту атаку. Теперь я тебя буду уничтожать. Давай. Так. На первом чуть не проиграл. Здесь снизу Амогус. Там везде Амогусы. Нужно уничтожить тебя.
Ты будешь пойман. Ага. Можно к вам? Нет. Ладно, можно. Так, ты там, да, стоишь? Ладно, первую атаку ты выдержал, сейчас будет вторая. Можно к вам при... Чёрт. Ой, ты сам упал, даже ничего делать... Ой, я сам упал тоже. Ничего делать не пришлось, ты сам упал. Давай, вторую атаку попробую. Так. Ой. Стены. Первая стена. Ой. Вторая, третья, четвертая. Что это такое? Выжили, да? Ну чё, сам своего босса пытаешься пройти? Ой, босса. Чё-то у меня первая атака не работает. Так, дыра в стене. Опа. Кибер вылетает. Хопа. Рука, получай. Ха-ха. Как ты выжил? Ё-моё. Ты будешь уничтожен. Я сам не знаю. У меня есть идея. Прыжки на смерть плюс стены. Ё-моё. Исчезновение платформ. Страшно. А, почему ты завис в небе? Я не знаю. Ой-ой-ой, что-то лагает. Ага. А я могу сейчас на рычаг нажать. Нет. Не нажмешь. Я все равно тебя уничтожу даже без этого рычага. Нет. Страшно. Страшно, да, когда в любой момент под тобой может пропасть блок. А я буду сразу на четырех стоять. Ах ты хитрый. Один пропал. Второй пропал. Третий пропал. Четвертый пропал, сейчас упадешь. Так. Страшно. Страшно? А-а-а! Как ты живой еще? Я сам не знаю. Я пытаюсь убирать потовую платформу. Ладно, давай я. Прыжки на спирте включаю. Это твой шанс. А что не крутится? Чё ты быстро проиграл? Я не ожидал, что оно так быстро закрутится. Ой, сейчас, погоди. Давай, ты сам строил это, ты должен пройти это. Так, давай, сейчас. Я сам строю это. Да. Я остановил, давай, сможешь. Я прям в эту дыру попал. Сейчас, я нажимаю на кнопку, и босс уничтожен. Всё, упал в лаву, наконец. Это еще не конец, он сейчас вернется. Возвращайся, капсула. Капсула сломалась, не хочет возвращаться. Ну ладно. Все, босс возвращается. Пусть люди пишут оценку этому боссу, у которого есть прикольный сюжет. Ай, кто меня бьет? Сейчас я выключу PvP режим. И остается тут только последняя команда вроде бы. 9 тебе написали. 9. 10, 7, 9, 9, 9, 9. Мне сейчас тебе больше всего 9 пишут и 10. Ну ладно, я пойду тогда к человеку, которому не зашло, потому что он вышел. Фоксу Дэвид. Ау. Что-то меня не принимает. А в белой команде кто? Что-то у нас с сервером не так, надо его перезапустить. Там наш человек по воде бегает, и ему ничего. Ладно, сейчас быстренько перезапущу сервер и дам ссылку только Дэвиду. Так, скидываем постройки в Discord сервер, я сейчас буду их смотреть. После Дэвида, наверное. Так. Сейчас я тебе в личку скину новую ссылку. Вот. Сейчас я сам тоже зайду. 3, 2, 1. Так. Вот ссылка. Заходи. Чё?
Так, все, зашли. Давай, заходи, я сейчас буду проверять постройки, что там случилось. Так. Стрим постройки. А, 128 зрителей и всего лишь 30 лайков. Или нет, 68. Я не прогрузилась. Почему так? Срочно нужно ставить лайки. Сейчас буду скидывать новую ссылку. Так, все выходим из войса сейчас. Так. Я снова скидываю ссылку. Вайков взломался. Место не работав. Так, заходи, Дэвид. Ладно, сейчас захожу. Я подключился до Wi-Fi, и мы уже второй раз вылетайте. А? Вылетает постоянно. Давай, заходи. Захожу. Мне зарумай запускается. Сейчас я тебя потише сделаю, там тебя очень громко слышно. Так. Я проверяю канал стрим постройки. Кто только что сейчас был, пожалуйста, не заходим. Так. Банан, ты же уже был. Что происходит? Сейчас я буду давать роли снова. Отключение. Все, зарамай подключается. Так. Короче, я реально извиняюсь, надо третий раз здесь выкидывать. Так, зашел, все. Кто только что были, пожалуйста, выходим. Он уже почти цей. Мы загрузиться. Так, все. Сейчас мы досмотрим твою постройку. Чуть постоянно вылетаешь. Какой у тебя ник в Роблоксе? Фокси Дэвид 444. Фокси Дэвид. Ладно, я понял, давай, заходи. Как попасть на стрим и на сервер? Сейчас я объясню. В моем Discord сервере, на который есть в описании, ссылка на него в описании есть. На него нужно зайти, и там будет канал постройки, стрим постройки. Туда нужно скинуть свою постройку. Если она хорошая, я вам дам роль на стрим. И вы сможете зайти в голосовой канал, который у вас откроется. Так, Булька, тебе можно заходить тоже? Так, вот зашел код. Под видео, она действительная уже. Не понял. А, не действительная? Да. На новую скину сейчас. Я сейчас скину. Он сейчас Аркону скинет новую ссылку на Discord сервер. Потому что они действительно. Я потом изменю. Блин. Нормально, что мне накидать в игру? Мне просто запускать. Ладно, тогда ты пока заходи, Дэвид, а я пока тогда кота посмотрю. Окей, я 50 раз. Кот и Бобёр, заходите на приватку. Вон там ссылка на VIP есть. Так, Артёму, я тебе заходил? Так, сейчас зайду. Сейчас мы посмотрим огромный кубик. Так, кот и еще один. Что, какой-то кот зашел. Да, правильно. Так, я сейчас захожу, начинаю с черной команды. К нам снова зашел муха-вертолет, то есть Булька. Ну, потому что у него есть еще одна крутая постройка. Так, сейчас я еще буду проверять стрим постройки. Даже если не очень крутой, то можно отправить? Да, можно. Любую можно отправлять. Так, что-то меня не пускают в команду. Что с сервером? Так, сейчас я захожу сюда. Так, загружай вон тот блок, который ты показал. Испоршни такой огромный. Ладно, загружай. Сейчас нам все зайдут. Еще код зайдет. Так, постройки перезаливать не обязательно. Код и Бобер, заходите. Ссылка там. Так, Фокс Дэвид, все, зашел. Давай я к тебе захожу. Думаю, будем начинать смотреть весь сервер. Так. Прими меня в команду. Мы еще загрузка, да?
А, начнем тогда с мухой вертолета, наверное. Да. Ладно. С белой сейчас команды смотрю. Тогда, раз меня сюда приняли. Давай. Загружай, а потом я пойду в черную. Окей. Сейчас мы будем смотреть огромный танк. Вот такой. С двумя пушками. Их тут два, но я их тут чуть-чуть поменяв. Цей танк работает на дистанционке, но я может чуть-чуть за. Ну, то есть я можешь забрать дистанционное управление, но. Ну, короче, я лучше на дистанции. Ой. Тебя решили уничтожить. А где стульчик? Управление танком в Элэким, вот тут. В танку пауку. Вот тут вот. Оно, короче, управление белым танком, это типа на дистанционном управлении. Тут сюда вот надо зариться, сзади, вот. Там стульчик. Не, а у танка. Я зря вырублю коллизию в танка паука, чтобы в него залезть. О, все, вырубил. Можешь залезть. Стоп, управление танком находится в пауке? Да. Странно немного. Управляешь? Да. Я там с одним своим другом. Так, как включить камеру? На R. Так, вот камера, вот сам танк. Это огромный, типа, немецкий танк, наверное. А что у него башня месяца, она не крутится? Это на немецкий танк. Я просто в гугле, короче, просто какие-то там а танки. А какой? Вид ПСУ всех футур танк. У него крутится. Ну ладно. Вот, у него крутится задняя башня, вот так. Да, и также основная. Одна башня не крутиться, но бо я, короче, зробив в ньому функцію самоліквідації, і я случайно установив кнопку під цю штуковину. Ну, короче, на колесо. На... Ну ладно. Короче, одна башня не може крутитися. У нее неисправність, да. Она сломалась. По да. Неизвестной причине. Сам танк огромный, я даже такого нигде не видел. А как он називається? В ньому не було названня. Я його просто називаю обичний танк, ну бо ну коли я його строїв, я не придумав названня, і плюсом я картинку знаходив, і плюсом я знайшов картинку в гуглі. Просто знайшов картинку. Да. Ну, там підписався як футур танк, но я його називаю просто обичний танк. Он називається танк, називається большой танк. Да. Ну, якщо так говорити. Да, як по мені нормальне названня. Да, гусеница у нього обсидіановая. Садись, давай, ми ще поїдемо. Ещё. А там, зачем построил танк? Кого уничтожать собираешься? Сейчас я подрезаю. А, я тут забрал вот эту штуку. Ладно, я на другую сяду. Сейчас, а как другую сторону крутить? Смотри, а кого собираешься уничтожать на своем танке? Не знаю. Вон, Ценях, у них тоже и танки. Вон того? Да, у них есть танки. Mm. Кстати, танк не сильно защищенный. Танк не сильно защищенный. Танк защищенный. Ну ладно, пусть подписчики пишут оценку этому танку. И я пойду смотреть Egg Hunt. Постройка кота и бобра. Залезай к нам. Сейчас тебе напишут оценку, и я сразу пойду. 10, 15, 8, 10, 6, 100, 9, 10. 7 пельменей. 7 пельменей тебе ставят. А, ну тут довольно много десяток. И больше я не вижу. Ура, 7 пельменей. 7 пельменей, это дуже важно. Ну, 7 пельменей, это тоже круто. Да. А то их можно съесть. Да. Не оценка, но пельмени хотя бы. Да. Ладно, я лучше. Пойду в красную команду тогда. Окей. Потому что в этом году в билд-боте не было эканта. Это который, типа, босс яичный и вот эти всякие яйца, которые тут везде разбросаны. А и потому что его не было, его сделали кот и бобер. А, что? Кстати, бобер всякой фигней за. Что бобер сделал? Бобер просто на месте сейчас сидит и не разговаривает. Ладно, он меня попросил, во-первых, построить вот это, не знаю зачем. Просто так. Все, начинаем смотреть Экханд. Давайте я объясню правила. Яиц он нету, будет... поэтому они их сами построили. Яиц есть, смотри. Ну теперь они есть. Ой. Объясняю правила. Короче, надо нажимать сначала на яйцо, ну типа на лицо яйца. Странно это звучит. Потом надо нажимать, когда у яйца произойдет его кастом способность, надо нажимать на голову ему, на макушку. И все. Кого первым смотрит? Давай мою птичку. Давай. Нажимаю.
Она плохо. Ей плохо. Ой. А только у нее на спине. У нее на спине. Давай. Что? Нажимай на спину. На спину надо нажать ей. Чего с ней? Птичка хочет улететь от меня. Кот, но кот, она летит в другую сторону. А что она летит, в землю врезается? Кот, потому что у нас проблема. Турбина перевязывает. Переворачивайся, ай! Все. Что? Значит, что, всё. Мою птичку взорвали? Мы ее собрали, типа. Жестоко. Ладно, какую дальше? Короче, мы охотились за птичкой, которая пыталась улететь, хотя у нее ничего не получалось, вот. И потом мы ее взорвали. Вот. Что это? Догоняйте нуба! Нубик убегает! Новое яйцо, нубик. Ему. Надо его догнать, куда нажимать? Стой, нубик. На голову. Включаем читы аккаунта. Нет, он читер. Ага, ой, нет, жалко реально эти яйца, которые взрываются. Так, давайте дальше матрицу. Матрицу это... Ой. Ой-ой-ой, куда она бежит? Стой. Опа. Какое яйцо? Второе. Опа. Это последнее яйцо. Это, короче, босс-ли-босс яйцо будет. Это последнее яйцо, не трогай его. Не трогать? Нет. Да, не трогай, я его оно сам делаю. Оно тебя сожрет, блин. Нет! Сожрет. Оно тебя зажрет и сделает из тебя уху. Оно сломало. Оно сломалось. Не... Ладно, идемте. Это яйцо меня уничтожит, да? Джокер, да. Да, иди вон туда, куда Джокер. Я смотрю. Иди. Джокер. Так, что надо делать с яйцами, которые меня пытаются уничтожить? Нет! Нет, су-су-су. Ладно, ладно, оставим все. Давайте сюда пойдем. Давайте. Это яйцо сейчас... напоследок. Ловушка Джокера, а? Ай! Оно больницу взрывает. Больница Архим. Прикиньте, я не взорвался. Ух, читер, 100%. Надо ладно, идти. Давайте. А-а-а! У меня, смотрите, ух, что у меня с джетпаком произошло. Ух, смотри. Ух. Твой джетпак был пущен на шаурму. Яйцо сломал. Так, Амунгус. Ты яйцо сломал, все. Ничего, заново загрузим. Амунгус. Что же он умеет делать? О, вот это колесико. Импостер. Импостер умеет стрелять из своего пистолета. Всё. Ой, он сам себя взорвал. Аватар, надень джетпак. Читы опять. Активируй. Читы. Ничего мне делать. Ну как, ты это кто? Аватар? Ой. Ай! Я не знаю, кто это был, но я его уничтожу. Он меня выкинул. Это типа новые яйца для Эгхантера. О, яйцо меня, что же оно умеет? Лицо. Ухо яйцо. Ты не будешь от меня убегать, потому что ты это я, а я это ты. Эй, я же сказал не убегать. Вообще это была кегля. Стой. Нужно поймать этого безумного уха. Сначала... Он сам к себе не хочет идти. А я пока посижу, подожду. Стоять! Ты будешь пойман. Нет! Я ему шапку сломал! Нет! Ух, улетел! Всё! А где я? Ладно, мы его не поймали. Хотя если бомба взорвался, мне было бы обидно. Так что лучше, чтобы он улетел. Стоп, сейчас я активирую. Яйцо Дрима. Что оно умеет? Дрим начинает спидран, как обычно. А, понятно. Его надо уничтожить. Да. Взорвать. Стой! Воу-воу-воу-воу! Что, какой-то быстрый шарик? Стой! Кстати, он не отстает от того Дрима. Стукается он в дерево. Он даже умнее. Ха, умнее. Так. Был уничтожен. Ракетницу не проверили. И Гуля. Гуля. Так, что это за ракета-яйцо? Сейчас я его покажу. А я участвую в видео? Я участвую в стриме вообще? Да. А, что происходит? Понятно. Так это всё, ракета яйцо. Нет, сколько тут яиц? Давайте Гуля теперь. Кто это? Гуля вообще не кто? Знаю. Мне просто, как там, бобёр сказал какого-то Гуля сделать. Чё это, телевизор яйца? Телевизор яйца. А что он делает? Он должен бить, но он сломался. Не, кто он перевернулся.
Его слишком тяжелые. Во, вот так вот. Он так вот должен быть. Ну типа, ай! Он сработал. Кого взорвать? Я ему жалко. Тебе его жалко, тогда я его уничтожу. За нами следят. За нами следят. Кто? За нами следят. Вон он. Клоун. Кто? Котик какой-то. Это мой брат. Привет, брат. Ты кот. На. А-а-а! Уходите. Не страшно. Все, теперь появился портал. А что, в смысле, а почему он появился? Убирайте все. Он же черное яйцо не попробовал. Стойте. Я черное яйцо не попробовал, самое важное. Да, это самое важное. Надо сначала босса, а потом черный. Что там, какой-то подарок, что ли? Нубик. Стоп, нет, ты где? О, привет. Привет, а что у тебя глаза какие-то? У него босс нахуй. Этот нубик стал боссом яйцом, который пытается нас уничтожить. Его схватили. Он наверху. А, нубика схватили, и какой-то босс пытается убить нас. Атакуй, короче, его мечами. Как раньше. Мечами его. Он еще может стрелять огнем. Давай. Как огнем он стреляет? Ай. Убиваем его. Кстати, потом посмотри, у него внутри декор хороший. Мы ему внутри декор. Ай, больно в ноге. Пытаемся уничтожить босса? Я кресло ему, кстати, делал. Меня... А как его взорвать? Попробуй, нет, он меня выбросил. Надо его бить, как обычно. Я пытаюсь его сдвинуть. Ай. Давайте. Надеюсь, что он меня сейчас из огня пистолетик. Не стреляет. Почему он меня постоянно бьет? Ух. Нет, ухо. Ты что я делаешь? Это я тебе, я думал, я тебя так... Ладно, атакуем, он может стрелять еще по бокам. А, не меня! Ты сказал атаковать. Нубик, я тебя пришел спасти, давай пошли отсюда. Давайте, убивай его, Нубик не может, его приклеили, нет! Ты Нубика убил! Блин, я хотел его спасти. Теперь ты можешь посмотреть, какой у него внутри дизайн. А чё всё белое такое? Чилтрис, почему? Эгхант 2019. Типа, почему он не сделал экран в 2022 году? Осторожно, у меня... Это лава. А все, он взорвался, да? Знаете, что, короче? У него, знаете, почему вот там лава лежит? Где? Это, короче, лава по бокам, видишь? Вот тут вот лава. Потому что, если ты заметить мог, у него по бокам турбины были. Я замыслю твоим делом. Тут по бокам были турбины, и они огнем стреляли. Ну и типа, короче, вот тут тоже лава. Типа, почему Чил не сделал экран в 2022 году? Все, теперь взлетаем наверх. Берите джетпаки все, элит. У меня свой всё. Есть. Ладно. Сейчас будет самое интересное, черное, загадочное яйцо, которое мне не разрешают открывать. Я его делал, я, кстати, его полностью сделал. Да. Я его полностью сделал. Даже то, что там было. Загружаем. Я думаю, я выкину босса. Я выкину босса. Так. Давай. Расфиксируй. Ой, блин. Иди делаем. Туда. Иди вперед просто, иди вперед. Ой. Ай, нет. Что это за яйцо сейчас, сумасшедшее? Я кое-что сделаю. Как его взорвать? И происходит это. Ой, меня закинуло. Черный портал, а что, куда он нас ведет? К Амогусам? Это что, отсылка на этот защищенный дом мой? Да. Знаешь, такой же был. The End. Здесь написано The End. А, типа ты пытаешься уничтожить яйцо, оно тебя уничтожает к Амогусам. Это конец, все. Это типа Бэкрума. Все. Это была вся постройка. Был Экхант, которого не будет. Пошли. Иду. Пошли. Я хотел сначала вот тут сделать битву с боссом, но решил. Идем. И кстати, у меня есть еще один вариант босса. Тут, кстати, есть вот такой человечек, это типа ты. И вот тут жарят что-то. Также тут вот такой есть остров, где живет Дрим.
И вон там есть больница вот с этим человеком, который пытается ее уничтожить. Ой! Погоди, ты куда уходишь? Ух, не уходи, стой. Я не ухожу, я смотрю, что тут вокруг есть. Пошли. Иди сядь на бутылку. Стоп, а тут еще вот что есть. Стоянка. Это стоянки. А стоп, можно взорвать ничего? Он танцует брейк. Вот эта штука брейк танцует. Так, ладно, сейчас быстренько проверим. Ой, смотри, это... Откуда ты тут появилась такое? Хочешь шашлык? Ух, хочешь сесть на бутылку? Ничего. Кстати, да, еще к плюсу, знаете, что там я хотел показать? Что? Второй вариант босса. Другой? Из экрана. Ты второй вариант сделал? Да. Короче, помните того босса Нуба? А, вот это, вот это. Ну и вот, короче, это что после него? Погоди, из еще него вылетает гигантское яйцо, это типа спасательная капсула. Типа, было видео, где мы смотрели вот этого босса, и вот, типа, когда его побеждают, у него должен такое выходить, который будет нас дальше пытаться уничтожить. Да, весь видишь? Ой, помогите. Он, короче, теперь может вот так вот еще стрелять из пушек он может. Давайте еще и победим второй вариант босса. А он улетел. Он, кстати, он понял, что мы его хотим победить, и убежал. У него, короче, внутри, я его хорошо... Я защищаю нас. Кстати, ух, смотри, вот что у него, он, да, он типа этот. Смотри, как я его сделал, смотри, как я его сделал. По виду. У него типа кровь идет, одежда провалась. Да. На. Так, ну ладно, сейчас буду смотреть постройки, которые отправили в Дискорд. А, кстати, а оценки нам поставят? А, ну да, кстати, да, пишите оценки тому Экханту, который был только что. Да. Да. Экхант, который мы строили. Так, ладно, я пойду тогда Фокси Дэвиду. А, я же у него был. Сейчас оценки напишут. 10, 10, 10, 10, 9. Супчик 10. 10. 10. 9. А это хорошо? 10 яиц из 10. Ух. А можно с тобой смотреть? Фоткаться? Нет. 10. Больше всего 10 ну, пишут. Ну да, я бы это тоже хотел. 9, да, часто пишут. Ну зайди тогда сюда, в синюю 10 команду. 10 еще чаще, 10 еще чаще. Да, 10 да, чаще всего пишут, так что ваш хант очень сильно всем понравился вроде бы. А кстати, а если никто столько баллов не заберет, значит ты нам выдашь топ-строителя? Не топ-строителя. А кого? Топ-строитель, это если у тебя есть мастер-билдер, я даю дискорд-сервер, если у тебя есть мастер-билдер, или ты прям очень-очень круто строишь, ну только если вот, есть вот, типа мастер-билдера, можно... такие роли, которые дает официальный разработчик только. Так, а какую роль нам ставят? Ой, фу. А если мы выиграем, нам типа выдают роль лучший? А, лучший выдает совсем за другое, если три раза или попасть в лучший. Или победитель конкурса. А сюда заходить. Стоп, кто это? Артём. А, вот сюда? Победитель конкурса, это есть победить в конкурсе, например, как сейчас, построить города. А когда что нам выдадут? За максимальные очки, если честно, ничего, пока. А. Хотя это, может быть, в будущем можно? Будет. Ух, можно сфоткаться? Ну, давай. Фоточка, да. И потом мы будем смотреть эти крутые танки. А нам выходить сейчас? Спасибо. Не обязательно, но как хотите. Ладно, мы когда выходим? Все? Не, ну я просто смотреть хочу. Я просто буду молчать и смотреть. Мне тоже интересно. Так, ладно, я когда выйду. Так, давай смотреть. Привет. Привет. О. С какого-то... А, они одинаковые? А нет. Давай начнем с этого танка. Что-то, если честно, на стрим довольно часто танки попадают. Отсюда заходить. Откуда? Через корму. Так, ну внутри тут ничего нету. А ладно, мне без тебя ехать? Садись в соседний танк. Будем так. Этот танк может вращать башню, ездить. Также может стрелять. Стоп. Я отсоединил вот эти...
Да, тут можно вот эти боковушки отсоединять. Я не знаю, что это, но их можно отсоединять. Вот тут стояли вот такие. Эй, ИГ, поднимать пушку и отпускать. Е. Ой. А как стрелять? Левая кнопка мыши. Нажимаешь левой кнопкой мыши, и можно стрелять. Блин, прикольно. Так. Сейчас я попробую клавишу нажать. Г, С, Е. А, вот. Можно поднимать и опускать башню. Так, сейчас. Поднял, опустил. А вот можно поднимать и опускать пушку. Пулемет еще рабочий. Имеется в виду, не стреляет, а поворачивается. Ну, пулемет не может стрелять, но он может... Сейчас, нажму. Он может вращаться. Так, также он, у него тоже опускается, поднимается пушка. А, немного сложное управление, но ничего. И стрелять можно левой кнопкой мыши. Много механизмов в этом танке. Я так и не понял, как ее опускать. Г. Т. Давай попробую тебя стрельнуть. Ну, это было все. Также тут есть декор. Типа, наверное, на 9 мая построил. Фум. Ну и все. Сейчас я, наверное, сбрасываю сервер. Ну, сейчас будет ссылка в чат. Как обычно, после двух раз ссылка в чат. Так. Сейчас сбрасываю сервер и кидаю ссылку в чат в Ютубе. Так. Сейчас сам только зайду. А то мне потом места не будет. Так. Угу. Кидаю ссылку в чат. Готовьтесь. 3, 2, 1. Ну, сейчас с задержкой получите это. Хоть бы я бы успел. Так, все, я зашел. Заходим, вон ссылка. Сейчас у нас сразу будет полный сервер, наверное. А, а вот и полный сервер. Сейчас я тогда сбрасываю ссылку, чтобы по ней нельзя было зайти, потому что сервер уже полный. И начну с черной команды. Секрет. Секрет. Привет. Давай. Привет. Что мы будем смотреть? Сейчас я включу загрузку быструю. И это будет большой робот. То есть робот на колесе с руками и головой. Ну, голова, думаю, у всех должна быть. Так, ладно, я залезаю. Где вход? Меха грузит. А, открой дверь. Так, ну думаю, управлять буду я. Чтобы, типа, рассказать, типа, посмотреть. Так, открывай. Возможно, все почти. Это невозможно. Ну, кто первый нажмет? Я не могу ничего с этим поделать же. Сервер только 7 человек вмещает. Ну ладно, давай, расфиксируй. Красная пушки. Красная пушки нелогично. А, я понял, кнопка. Синяя кнопка дает мне летать. Реально я летаю. Белая кнопка. Ладно, я не понял, что она делает. Еще одна. Ладно, нажму на красную все-таки. Я буду стрелять пушками, которые у меня находятся в моем глазу. Огонь из всех орудий. Пушки есть. Вращение. Что я так и не понял, куда нажимать? Белые кнопки мало что так делают.
Ну и сам робот может двигаться. Я его только сегодня собрал, так что он в стадии разработки, наверное, это написал. Ладно, я все понял. Короче, это робот, вот такой по декору. И он умеет шевелить вот так руками. У него типа колесо. И он может летать и стрелять из пушки. Вот так. Ну, это был весь робот. Давайте напишем ему оценку. Какую оценку поставим? Ух, ссылка еще будет? Ну да, наверное, будет. А, стоп, у него руки крутятся. Надо еще учесть, что у него крутятся руки. Ведь этого не было. Я не видел эту кнопку, чтобы включать. Так. 10, 3, 10, 7. Потому что недоработано. 7. Больше всего семерок. Ну, есть десятки. Одна восьмерка. Короче, постройка неплохо оценена. Ну а сейчас эпичное разрушение таких роботов. Я очень люблю, как у этих роботов они вот так эпично падают, когда с них встаешь. Ладно, я пойду в синюю команду. Ну, много десяток еще тебе пишут. Так, синяя команда. Что тут? Тут есть самолет. Это бомбы? А. Прикольный у тебя снеговик. Самолет с бомбами. Видно, дырка очень круглая. А вот... не, ну я не знаю, как это... как это выглядит так. Ладно, это самолет, короче, который умеет летать. Ого, и сбрасывать бомбы. Ну, это было эпично, как ты в машинку попал. Ну, а также бомбы вот так вот выглядят, я не знаю. Что это за форма такая, я никогда такую не видел. Вот такую. Сам самолет выглядит вот так. Ну, вы видели. И в бомбе одна дырка. Не одна, а две. Спереди и сзади. Ой, блин, мне тебя жалко. Один Бакон очень любит тебя уничтожить. Ничего, мы его поймаем. На то, что он тебя обидит. Раз не получится поймать его, то мы поймаем его машинку. Ха-ха-ха-ха, какие мы злые. О, нет. О, нет! Фух, а, я сам себя поймал. Его машинка будет поймана. Что за динозавр тут бегает? Манозавр, ты откуда? Что ты здесь делаешь? Красивый, кстати. Ладно, давайте напишем оценку этому самолету, у которого в бомбе две дырки. Я пойду смотреть этого манозавра. Стой, манозавр летать научился? Эволюция пару миллионов лет не прошла даром. 0 из 10. 5, 1. Так. 2 дырки. 2. 6, 3, 10. 8. 5. Ну ладно, дальше не буду. Да, ссылка еще будет. Там человек пишет, будет еще ссылка или нет. Я отвечаю, что будет. Что за мусор ко мне прилетел? Так. Ну, сейчас я прихожу в зеленую команду. И что, все это рандомные люди, которые просто перешли по ссылке. Так что тут постройки такие. Вот есть дорога. Оружие. А, круто. Теперь у меня есть вооружение. Можно подняться наверх. Зайти сюда. А, тут тоже вооружение. Оружие — это самое важное в таких местах, городах. Гарпуны. Вот целый магазин только из-за того, что тут есть гарпуны. Хотя, в принципе, это прикольная идея, то, что именно магазин по гарпунам. Только по гарпунам. Отдаем только гарпуны, еды нету.
Также есть ракета для отправления людей в космос. Сейчас, можно я полетаю быстренько? Сейчас залезу. Когда лень было наверху делать круглую шапку, поставили елку и все. Ну давай, сам полетишь, думаю. А, тут был лифт. Кажется, я что-то неправильно сделал. Можешь меня открыть? Постараюсь вылезти. Опа, я выбросил ракету. Ладно. Аэропорт. Аэропорт, аэропорт. Покупка билетов. Покупка билетов вместе с этим. И самолет. Вот тут есть дом большой. Весь из лавы, что ли? Полиция. Полиция. И там вертолет. Ну, такая была постройка. Пишем ей оценку. Я пока зайду в следующую команду. Так. Розовая команда. Еще не доделана эта машина. Она называется DMS-12 DeLorean. И подпишись на WGames. Подписываемся. Ну, у тебя тут сама тут машина на скине. Так, кстати, я забыл прочитать оценки, которые... Сейчас скажу. 7, 10, 5, 2, 4, 5, 4, 8, 7, 8, 8. Рабочая ссылка на Discord. Её вроде бы Аркону скидывал недавно. Так, ну вот и недоделанная машина от Денис АЕ86. А, ну видно, у нее сзади ничего не доделано. Сама машина выглядит прикольно. А, садись. Тут вот такие колеса под наклоном, вот это сложно делать. Декор на колесах очень много и впереди, а сзади еще не доделано. Но машина очень красивая. Ну, думаю, все, это просто машина. Просто красивая машина. И тоже прямо сейчас пишем оценку. Потом я пойду смотреть монозавра. 9-8. 10. А, сейчас наберутся оценки, я их напишу. А, 9, 10, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 10, 10. Одна машина из одного. 8, 10, 9. Много-много. 10, 7, 8, 5, 8. Ой. Я сейчас уничтожу, пока смотрю в чат. 10, 7, 10. Так, ссылку на Discord сервер. Ну, давайте я скину. Одноразовую какую-нибудь. Который будет работать целый день. Так, все, я скидываю ссылку. Вот. Вот ссылка на Discord сервер. Можно туда зайти. Вот такая была машина. Кстати, у тебя довольно много было положительных оценок. И это типа тоже машина. Может, по одной пока, ну, я, ну, ладно. Так. Стоп. Зет. Что-то я с машиной сделал. Можно мне садиться? Можно я сяду? Ау. Я хотел поуправлять. Я видел, там много колес, она должна быть быстрой. Это очень быстрая машина. Скорость 200 км в час. Разгоняется за 2 секунды. Хоп. Давай попробуем куда-нибудь поехать. Тут наверху еще елка была, но она куда-то пропала. Ой! Летающая машина. От такой большой скорости. Сейчас я еще катаюсь. Была бы ровная дорога, тогда бы можно было. Так. Хоп.
Ну ладно, я пойду, наверное, в следующую команду. Пишем оценки этим машинам. У них было много декора и есть механизмы. Ну вот у этой есть механизм, а у прошлой только много декора. И она была недоделана. 9, 10, 7, 9, 106. Оценка гонщик. 9, 9, 9. Это я убрал елку. Ну, я понял, что ты убрал, я же видел. Ладно, я уничтожил машину, и можно идти в следующую команду. А сейчас будет монозавр, наверное. А, нет, не монозавр. Еда. Привет, ты тот самый бакон, который нам мешал. Эту постройку он в сервер скинул очень-очень-очень-очень много раз. И он сейчас попал по ссылке, которую я скинул. Что это? Еда. 10. Ой, 5 звезд. Крутая парковка. Одна больше другой. Н. То чувство, когда людям лень делать палку такую, которую будет проверять. И они ставят таблички и загадочные символы, чтобы получилось вот это. Ладно. Тут переработка, но это тоже смайлик просто. На табличке вот так просто ставишь смайлик. И потом включаешь прозрачность. Вот так, хоп. Пишешь там что-то. Ну, смайлик, и потом прозрачность. Мне кажется, как будто, о, какой крутой декор. Вот тут можно покушать. Еда. А где сама еда? Только деньги берут. Духовка. Крутая еда. Зеленые напитки только и все. Что они такие? Кому холодные водички? О, а может такое? Кому лимонад? О, на эту столик. Ну, еще можно пройти дальше, да. Ага, 5 звезд пишет. Это очень плохо сделано. Ну да. Тут стиральная машина, наверное. А тут проход. Он закрыт. Ты себя закрыл в холодильнике? Зачем? Открой. Ну все, ты будешь заморожен в холодильнике. А, ладно, выбежал. Ну, это было типа ресторан на 5 звезд. Называется еда. Пишем ему оценку. Да кто этот монозавра этого построил-то? Я узнаю, кто ты. Стоп, а почему ты монозавра-то не показал? Я так хотел монозавра посмотреть. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим оценку. 2, 0, 4, 3, 4, 10. 9 без комментариев, 10. 9, 2, 4, 5, 8. 10. 8, 1. 10, 0, 0, 0, 0. Это один просто спамит 0. 9, 10, 8. Откуда я тут оказался? Ладно, давайте посмотрим монозавра. Человек, что сделал монозавр, это где? Я помню, что-то скинул, я не помню, в какой команде. Так, ладно. А вот. Черная команда, давай я к тебе зайду. И потом мы переходим из банану. Будет последний человек. Секат. Секрет, наверное. Снова захожу к тебе. Загружаем монозавра, и сейчас мы его посмотрим. А, ссылку, ну да, я ее сейчас скину. Сейчас я вот это посмотрю, и банана, и все. Ну, банан тут вот называется It's Banan. Так, ладно, расфиксируй этого монстра, который будет поедать все. Так, он написал. Не показал, ибо ты говорил, что только по одной постройке. Ну, надо было вот эту показать.
Ну просто вот так мы не успеваем, если я бы разрешал по несколько построек, то вообще вот мы бы один сервер, 7 человек. И так мы только 4 сервера смотрим, стрим уже заканчивается. А так мы вообще бы только один сервер посмотрели, уже все, стрим окончен. Это несправедливо. Ой. Так, ладно, я сажусь. Залезай. О нет, кого это я поймал? Поезд, отцепись. Отцепись от меня, поезд. Может, ты мне удалишь кусок лапы, чтобы этот поезд отцепился? Что это там взрывается? Ай, этот поезд пытается меня взорвать. Челюсть. К сожалению. А. Кстати, этот динозавр может летать. Очень странно для динозавра. У него двигается хвост и его плавники. Эта рыба должна плавать в воде, а не летать в космосе. Ну ладно. Z. X. Z. Ура. Z. Ладно, сейчас я попробую поплавать по морю. Как настоящий монозавр. И съем всех. Хоп, хоп, опа, машину ударил. Огромный монозавр разгуливает по этому океану. А, нет, маленькой речки. Чтобы съесть всех, кто тут находится. В основном этот поезд, который пытается меня уничтожить. О нет, он попал на воду. Он животный хищник, что ему там делать? Хотя там тоже можно кого-нибудь покушать. Ну ладно. Хоп. Какая-то кислота откуда-то появляется. Ну ладно, пишем оценку монозавру, и я пойду смотреть последнюю команду. Ну а потом снова ссылку в чат, наверное, скину. Монозавр тимится. 10 из 10. 4,5, 10, 10, 10. 10 монозавров из 10. 1-0-0-0-0-0, ну ладно, такие цифры я не буду называть. 6-10-6, оценка 10-9-5, 10 монозавров из 10, 10-10-10, ой, блин, я сейчас упаду. О нет, кто это? Кто это включил? Синяя команда. Не надо, зачем? Что это? Очень много земли. Ну ладно, интересно было бы. Ладно, я крашу сервер и сейчас даю снова ссылку в чат. Так. Не монозавр, а мозазавр. А! Кажись, я неправильно его назвал. Это акула, блин. Ну вот за что-то так. Моими же гарпунами меня хватать. Я один на сервере. Все, минус сервер. Сейчас скидываю сервер. Так. А что с моей мышкой? Сейчас сам захожу и скидываю ссылку. Вот прямо сейчас будет ссылка, так что кто сможет зайти. Сейчас сам захожу. Кто успеет? Готовьтесь. Ну, вы это услышите с задержкой. А, про бананы забыли. Ну, бананы так уже участвовал. Не так обидно получается. Так, я скину ссылку. Кто успеет зайти? Вон ссылка. Так, сейчас я ее удаляю. Один человек зашел повторно. Все остальные уже новые. Так. Ладно, начинаем. Черная команда. Черная команда. Не хочет меня принимать, ладно. Тогда синяя команда. Зеленая.
Так, ладно, я уже синий. Привет. Что ты хочешь показать? Так, сейчас я напишу. Ой. ПР. Халк. Ну и Киборг, может? Или... 5 букв. Халк. 5 букв. Что это такое? Сторт. Наверное, торчик надо поставить. Сейчас. Оп. Я... А, нет. Не готов я. Все, теперь я готов. Давай. Это такой робот. Он может двигать руками. И, наверное, ногами. Ну, сейчас проверю. Донатерским джетпаком. Да, ногами он тоже может двигать. Сейчас, еще раз. Хоп. Вот. Он двигает ногами и руками, но ногами он не двигает так просто. Железный человек. Халк железный человек? Или кто? Ну и вот такой он. Робот. Давайте напишем ему оценку. От 1 до 10. 999 не надо. Халк Бастер. А, вот человек, который угадал это слово. 5 букв вместе с Халком. Халк Бастер. 2 из 3. 8, 8, 1, 1. Ну, это один спамит. 3, 10, 7, 10, 7, 1, 10. Читы. Ой, какие-то читы. 4 Халков из 10. 10, 6, 9, 10. Ладно, все, я перестану. Средний балл, наверное, вычислять не будем. Слишком долго. Раз у нас будет черная команда, в которой меня опять не хотят принимать. Ладно, пойду в следующую. Зеленая. Хотя бы. Розовая. Ура! Так. ПР. ПР. О. Что же это будет? Она им бродит так и полетел. ПР. Это самолетик. Да, видно сразу. Декора немножко маловато. Прям уж совсем. Ну, как я смотрю, тут вроде бы есть механизм. Это что? И почему он дрожит? Что в этой комнате, которая за решеткой? И что это за... А. Ну, тут я советую тебе добавить побольше декора, а так будет круто. Типа вот тут есть механизм, как открывается, закрывается. Вот тут вот это, по идее, открывается тоже. По идее, нет. А, вот, дверь. А чё? О, внутри и снаружи можно. Так, тут есть 2 кнопки. Может, мне дашь стульчик? Ну ладно. Я буду тут стоять. Ломать свой мозг. Как это? Что с моей головой? К нам прибежал еще один человек. Так. Все, я залез. Ты там этот, не улети. Ой. Кажись, ты уже куда-то улетел. Ты где? Мне тебя ждать. Ладно, да, думаю, ты внутри, и можно полететь. Где ты? Я тебя нигде не вижу. Р. А, кстати, вот там. Вот это. Как я и говорил, может открываться, закрываться. Е. Да, вот, я нашел.
тут реально очень много механизмов, типа может вот это закрываться там внутри. И вот тут еще вот шасси выдвигается, вот. Можно его выдвинуть, можно задвинуть, вот. Заднее тоже. Цифры. Кейпады. А, да. Тут еще кейпады есть. Так, сейчас. 2, 3, 4. 4 это летать. Также есть другие цифры. И как 5. У тебя что, рулетки нет? Что делает цифра 5? Она тоже летает. 6. Тоже ракета. 2. 1. Все это ракеты. А, я понял, только ракеты. Ну и тут очень много механизмов. Но, как я уже и сказал, тут мало декора. Если очень заморочиться над декором, то получится очень классный самолет. Ну а так, пишем оценки. В принципе, можно делать оценку за декор. То есть за механизмы, тут их очень много. А вот за декор уже не знаю. 5, 10, 6, 7. 1, 5. 5, 2. 4, 8, 9, 3 только за механизмы. 6, 2, 8, 7, 5, 1, 6. За механизмы 9. 7, 8, 7, 6, 10, 10, 2, 8. Ну, это были оценки. Ну да, реально мало декора. А то есть механизмы. Так, этот человек зашел повторно. Каким-то чудесным образом. Повезло тебе два раза подряд. Машина в виде чего? Печенек? Печенек? Или это картошка? А может пельмени? Может конфеты? Сейчас, давай, садись ко мне, стульчик поставь. Ой, я врезался в Халкбастера. Что это за колеса такие странные? О, нет. Поехали. Эти колеса могут поворачиваться. И прикольно то, что ты сделал сам колеса. Типа кастомные колеса. Так это похоже на какую-то конфету большую, которая пытается от тебя уехать. А ты такой пытаешь ее догнать и съесть. Только уже не ты, а кто-то другой. Вот, например, вон тот Халкбастер. Собирается съесть, да, с тобой такие. Хоп. Ой. Хоп, доигрались. Минус 4 колеса сразу. Круто. Нас даже камни хотят съесть. Насколько мы вкусные. Ну ладно, пишем оценку этой машине. Можешь ее заново загрузить? Но не дальше поедем. У меня ссылка не работает. Но она уже все, я ее сбросил, потому что тоже все, 7 игроков. Я имел в виду то, ну ладно. Это точно не 10, это 3. 7, 3, 8, 5. Ну ладно, давай, так уж и быть, раз тебе два раза подряд повезло, то надо пройти башню ада. К тому же башня ада, это круто. Чем я это сказал? Теперь буду падать. Ну ничего, вроде бы я пока живой. Ну ладно, я не достроил. Ну сразу видно, ты некоторые блоки непрозрачными сделал и не раскрасил. Но проходить можно. Да что за паркур? А если я смогу его пройти, то все должны поставить лайки. Может сюда? С 4 или... Жестко. Хоп, тут может сразу через 2... Что? Ладно, я буду пробовать до последнего. У меня все получится. Обязательно. Оп. Да что такое? Хочу читерить, только хуже получается. Ладно. Ну вот этот чит уже точно сработает. Хоп. 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 Можно немного лайфхаков найти. Нет, ты меня сам сбрасываешь. Да, это будет жестко. Но ничего. Все. Давай, еще пару минут попробую.
там проходить? Так она же недоделана. Она реально сложная. Хоп, хоп, хоп. Считерим. Хотя, наверное, туда и надо было. Ну ладно. Что тут такое мешается? Вот оно не крутится, и поэтому я даже не знаю, как это проходить. Просто так тупо упал в самый низ, на глазах. Вот так взял просто и упал. Ладно. У меня еще 3 минуты на прохождение этого. Там, где не крутится, надо хотя бы удалить. То вообще невозможно. Наверху. Оно мешается и не дает пройти. Эх, ужасно как-то. Башня ада. Минус нервы у всех. Опять чуть не упал. На одном и том же месте. Нет, не толкайся. Можно я сам пройду. Давай ты рядом со мной не будешь ходить, когда я прохожу. А то в большинстве случаев меня не испытания убивают, а ты. Ну ладно. У меня еще 2 минуты. Да. Ладно, ладно. Ладно. Проиграй, 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 пишите. Спасибо за поддержку. Я настроен на победу. Хоп. Хоп. Да что такое? Опять упал. Ух, 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 проиграй. Спасибо. Очень... Да, классная поддержка, что-то там сверху сыпется уже. Да что такое? Да, кажется, у меня не получится выиграть, а вон там уже что-то закрутилось. Прикольная башня ада. Если хочешь испортить нервы своим друзьям, и то есть сделать так, чтобы они с тобой больше не дружили, то говори, чтобы они проходили эту башню ада. Эх, у меня уже не осталось ничего от нервов. Чё? Как это? Ладно. Хоп. Где я тут падал? Мне просто любопытно. Хоп. Вот куда дальше? Да оно не крутится. А, ладно. И вот чё теперь? Мне просто интересно. Не, вот тут невозможно. Я поставлю блоки. Что что-то должно быть, но его тут нету. Наверное, те лестницы, которые посыпались. Да, вот тут что? А, там назад надо? Я немного не понимаю. Вот как мне проходить, если оно тут крутится, и оно с коллизией? Все ясно, тут тоже невозможно пройти. Но тут просто должна быть блок, а вот это все должно быть без коллизии. Но он так не сделал. А вот дальше ничего нету. Ну, по идее, я прошел, но по идее... Но она не доделана. Ладно, будем как считать. Можно посчитать, что я вроде прошел, а вроде нет. Ну ладно. Я пойду в следующую команду. Кстати, оценку постройки башни ада надо. Себя наверх. Не, ну там, вон там был блок, который невозможно пройти. Если бы он сделал колесо без коллизии, то да, там бы можно было пройти. Но он не сделал, поэтому там постоянно ты не можешь пройти, типа нет дороги прохода. 5, 8, 5, 6, 5, 9. Ладно. Здравствуй. Ух. Написано без ошибки. Танк Маус. Спасибо. Табличка меня уже убить собираются. Мама, я в Ютубе. Круто. Прими. Это я не успел зачитать. Прими в ДРПЖ. Ух. Кто это пишет? Ладно, посмотрим. Ой, где это я? Маус с некруглой пушкой. То есть у нее дырки. Тут. Секретный проход, чтобы никто не смог в него залезть. Пушка, которая летает в небе. Танк может ехать. Но это логично. И также он может стрелять. Но он не может это делать. Кстати, прикольно от пушки смотреть, типа, ничего не видно, типа, такая камера, и ты просто летаешь, хоп.
пока очень медленно. Чего-то не похоже на маус, пишут. Я, если честно, бы поставил 10... Стоп, это что? Почему все подписчики собрались и залезли на этот маус? Надо в башню сесть, и там можно стрелять. В это... Минус один. Один уже упал. Сейчас я постараюсь его спасти. За Ухоград. Немцев в Ухограде нету, к сожалению. Хотя или к счастью. Я строить не умею. Кстати, маус мой. Ну, если честно, я понял это, потому что ты главный в команде. Тот, кто написал прими ПЖФДР, ух, что там пишет, но все превращается в решетки. Ладно. Я угадал. Садитесь в башню, может, постреляете? Прикольно, все подписчики просто собрались и залезли туда. Я тебя спасу! А, давай! Все, твоя табличка была уничтожена, но ты спасся. Самое главное. О, ты залез в пушку еще. Огонь по камушкам. Гоняем на маусе с подписчиками, которые сидят. И читаем чат. Давайте оценку маусу напишем. Маус 10 из 10 за гусеницы. Но что-то гусеницы не работают. Надо в башню сесть, и там крутиться будет. А. О, это похоже на ВК-101П, когда... Эх, бедные подписчики. Бедный маус и бедные подписчики. Особенно подписчики, которые... От того, что он перевернулся, был... Ладно. Ладно. Какой-то маус попрыгунчиком стал. Вообще. Давайте, вы урон не получаете от воды. Что за магия? Нет, давайте... Ваша задача выжить на этом маусе. Но мы подлетаем. Давайте. Нет, давайте я вас спасу. А, стоп, я же мог вам помогать. Хотя машинка развалилась. Не умирайте, пожалуйста. Я вас довезу до конца, не бойтесь. Все безопасно. Надо было сюда стульчики поставить. Поехали. Может, будет стрелять? А, пушек уже нету. Крутое путешествие. О, вот так красят маус на заводе. А, стоп. Нет, давай, я тебя спасу, давай, залезай. Все, остановился. Теперь можно ехать дальше. А, стоп. У меня чат не видно. Я хотел почитать оценки. Ладно, нет инфоключения, которая на эту. Даже мы едем на разноцветном маусе. Кто же выжил? Только два подписчика из четырех. Нет, давайте я остановлюсь. А нет, три даже. Только один выбыл. Давай, на колесе, ну хотя бы живи. Лезайте, я вам даю шанс. А, я уже ехать не могу. Кстати, давайте я буду вместе с вами переживать то же самое, что и вы. Круто. Меня задавил танк. Залезайте, кому надо, на стульчик. Я могу и так стоять. Нас что, только двое осталось? Нас трое. Жизнь продолжается. Я единственный, кто тут находится. Ой, нет. Наверху. Хах. Ладно, давайте закончим наше путешествие тем, что я пойду в следующую команду. А то мы тут подзадержались. Нас уже хочет остановить эта крепость. Так, ну и последняя желтая команда. И может даже последняя команда на этом стриме. А где участник? Что тут был? Готов? Ух. Да. И, ух, жаль тебя. А стоп, я же не утонул. Ну ладно. Да, я готов. Крути. Это огромный самолет с маленькой дырочкой. Что это за бомба, постоянно кто-то сбрасывает? А я, кстати, красную заходил? А, я про красную забыл. Ну ничего, зайду. Заходим сюда. О,
Рабочая дверь. Респект. Откройте дверь. Я стою, жду, пока открою дверь. Давайте. Думаю, мне тут долго будет стоять. Попробую найти в другой вход. Пустите меня в самолет. Я что, зря билет покупал? Я пошел в самолет, а не под самолет. Ну что ж, у нас самые комфортные места, знаешь? Там наверху у них просто стульчики и все такое, ковер удобный. Но, ну, смотри, тут целая кровать есть. Правда, она перевернется, когда мы взлетим, но ничего. И так сойдет, в принципе. Я вообще, конечно, крутой билет покупал, ну ладно. Давай тут отдыхать. Полетели, мы готовы. А где вход-то был? Видишь, нам как повезло. У нас хотя бы кровать есть под самолетом, где нечем дышать, и тут ничего нет, один бензин только. А вот там человек вообще на крыше бегает. Сейчас слетит, как перышко. А мы хотя бы жить будем. Нам повезло. Конечно, нету еды, книжек, окон. И все трясется. Ну ладно. Ну и такой этот самолет. Какой-то лоб похож на Амугуса. Давайте напишем ему оценку. И мы тогда сбежим отсюда. Из этого подземелья с кроватями. Где очень темно и страшно. Кстати, я не вижу чата. Нет! Кажется, я выпал раньше того, как должен был это сделать. Так. 6, 6, 10, 10. Блин, как быстро что-то. Что я не успеваю прочитать, довольно быстро идет. 4, 9, 3, 8, 9, 10 минусом. 3, 10, 10, 6, 6. Привет. Привет, это оценка такая. Привет. Ну и последний, кто остался на этом сервере, это Вау, я такой ник странный. Ты ждешь дольше всех. Ты знаешь, я должен был тебе зайти до того огромного самолета. Мистер Банан. Че, в очках сидим? Может, будем показывать, что это такое? Это, как я понял, я не увижу, что было написано на табличке. Используемся багами. Стой! Это было сделано в... 4 цифры. Какой же это может быть год? Первый? Нет, может, тысячный. Может, 1999? Не думаю. Какой же это может быть год? Вариаций тут около 1000. Интересно. Так, ладно, сейчас все-таки хочу прочитать, что было написано на этой загадочной табличке. Табличка. Что на тебе было написано? Ух. Спасибо за... старание. Ой, прочитал перевернутую надпись. Прогресс. Ух, спасибо за старание. Пожалуйста. Но почему эта табличка была перевернута? Ну ладно. Тут есть парковка, на которой сидит зэк и ждет автобус. Так, если это был 2019, или я не знаю, как он это строил, то этот зэк ждет уже 3 года свой поезд. И он так и не приехал. А он еще улыбается, сидит. Вот какой жизнерадостный человек. Или ты существо какое-то неопознанное. Это была парковка. Также есть банк. Ого, золото. Как его еще умудрились не украсть? Сейф и золотые слитки. Откройте. Да, хорошая защита у банка. Просто берешь, заходишь насквозь и все деньги твои. О. Это кого, баночка? Не, это мало, это не мое. Думаю, мое это вот это. Хотя тоже мало. Ладно, пошлите сюда. Тут можно сидеть на скамейке и смотреть, как лед стекает, как вода. Это гибрид воды и льда. Неужели? Ой, что это за... Ладно, кислота какая-то. Пароль. Очень сложный.
О, ура, я его взломал. Можно подняться наверх. Что за безумная лестница? Это кошмар всех детей. Лестница высотой в дом. Это ж сколько подниматься. Номер 5. Ого, вот это уютный домик. Такой сидишь в обсидиановой черной коробке. На пару стульчиках. Тоже ужас. Ужас, надо бежать отсюда. Блин, как же долго тут реально подниматься. Устанешь. А вот прыгать легко. Потом без ног останешься. Что тут еще есть? Колодец. Тут есть колодец. А, нет, это беседка. Я думал, это колодец. Можно стоять и отдыхать. Я сейчас пельмени буду есть. Ну все, это война. Так, стой-ка там. За пельмени. За пельмени. Ладно. Мы не посмотрели машинку. Потом... машинка была уничтожена. Ого! Вот это рисунок Дрима. Кстати, он работает? Давайте полетаем на огромном Дриме. Вот так спидранят настоящие спидранеры. В огромном костюме. Где вход? Кажется, этот спидран не спидранится. Включите воду. 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 На стриме мы показываем по одной постройке. Я это уже 100 раз говорил. Если что. Ого. Минус один спидранер. Благодаря обычной воде. Даже лава не понадобилась. Спидранер, а на нем еще один спидранер. А на этом спидранере сидит еще один спидранер. Круто. Так. Я снова здесь. Ну, это были все команды, которые находились здесь. И стрим уже заканчивается через 8 минут. Думаю, скинуть ссылку самой крутой постройки для стрима. Сейчас я захожу в голосовой канал. Проверяю крутые постройки. Но, если честно, пару человек только перезаливает свои постройки и все. Да, реально. Пару человек... Это очень красиво. Банан. Я не знаю, что они там делают, но я тут просто стою в Дискорде. Я вижу, что рядом со мной кто-то бегает, но зачем? Так. К нам зашел человек. Лао Йо Седа. Надеюсь, я правильно прочитал твой никнейм, потому что я тебе даю ссылку на VIP. У тебя очень прикольная постройка, я даже не ожидал, что ты зайдешь. Я думал, ты не увидишь. Побольше. Что? Пойти больше. Ладно. Я тебе скинул вроде бы ссылку, можешь заходить. Да-да. А, нет-нет-нет, стой, не заходи. Не заходи. Не заходи. Не заходи. Если ты зайдешь, то будет капец. Ну а теперь можешь заходить. Все хорошо. Я ел пельмени, я шурму ем. Приятного аппетита. Я этот город делал 2020 года. Город? Да. Стоп, это... Ты же... Стой, погоди. Так я же город делал вот этот. Стоп, стрим по стройках... Это... Погоди. Вон, ты скинул какого-то персонажа такого. Прикольного. Трейдошного. Или до этого что-то было? Да, это мой брат. Можно скину сейчас своему брату ссылку? Да, скинь. Да, можно? Да. А я выйду. Просто брат так хотел к тебе ролик. Или там еще что-то. Пусть заходит. Да-да-да, сейчас скину ссылку. Стоп, ты есть тот банан. Кстати, мы твой город тоже посмотрели. Только что.
там очень прикольный человечек. Сейчас мы его посмотрим. А пока... Я думаю, еще кому-нибудь ссылку скину. Так, стрим кончается через 5 минут. Сейчас зайдет его брат и покажет мега крутую постройку. Так. Ну, сколько еще ждать? Ладно, будем ждать. А мы, кстати, не написали оценку последней постройки этому городу. Нужно написать. Все, он заходит. Так, ладно, пусть заходит. Тому городу, который был от банана, того банана, у которого скин банана. Так. Ладно, Кибер, можно присоединиться. Деда, занимай, зеленая команда. Посмотрим, что у тебя такое. Так. А вот и эта мега детализированная постройка. У него есть такие ноги, руки. Еще два хвоста. Почему? Что с этим роботом не так? Он очень красивый. Так. А кто это такой? Я даже не знаю. Ух, смотри, тут секретная дверь, в которую можно попасть и можно им управлять. А, я вижу. А кто это? Ого! Внутри мало чего есть, то я вот тут буду сидеть. Что это за робот такой? Сейчас он там. А как он называется-то? Он из Sonic Speed Simulator. Сейчас я вспомню, это... Эмоции на пределе, секунду. Короче, это из какой-то игры, наверное. А где мой стульчик? У него есть много декора, анимация ходьбы. Ну вот, походи. Да, и он очень любит падать вниз. Смотри, это Теус с игры Sonic Speed Simulator. Ладно, я понял. Или Теус. Sonic. А, мне уже написали, кстати, ну ладно. Смотри, ты можешь еще тут порулить? Вот он тебе сейчас даст. О, у него крутится хвост, и он может двигать ногами. А руками можно? Да, когда он бегает. У него сломался механизм. Ну, ногами круто бегает вообще. Ну, попробуй, стань-то ровно на таком роботе. Но тут много декора. Есть механизмы. Короче, постройка на 10 из 10, я поставил 10. Давайте напишем этой постройке... оценку. Так, а где же мой стульчик? Только тут она еще немного недоработана, потому что он ее делал очень быстро. Ну там, да, в голове небольшая дырка. Да, да. Он так хотел сделать ролик. Все твои видео пересмотрел. Оп. Ну, очень крутая постройка. Я тоже сейчас сяду. Ну, на этом будет заканчиваться стрим. Давайте его нас закончим на этой крутой постройке. Так. Что же можно сделать? Сможем заспидранить билд-вот. Стой, остановись. Попробуй остановиться. Сейчас. А, так тоже пойдет. В принципе. Сейчас будет супер. Еще пароли. Тут место свободно, можешь паролить. Все есть. Да. Ну только тут кто-то ставит. Скажите ли? А? Кто-то ставит.
Они ставят вот эти, которые быстро бегают. А, ты думаешь, это кто-то, да? Ну, вообще-то это я. Ну, где мой стульчик, чтобы порулить? Вот, можно? Вот, вот секретная дверь, я же говорю, вот. Блин. Теперь мне не... А, вот. Вот. Да, вот я зашел. Да, все. Все, я сел на стульчик. Сейчас будет супер-мега-газ, мэм. Готовы? Как только... Нажмите на эту кнопку кто-то. Внизу кто? Кто внизу? Нажмите на кнопку. Вон ту. Ровно прошло 2 часа. Сейчас будет конец. Вон там кнопка. Сейчас еще раз. Нет, я удалю все. Снова все испортил. Ой, кажется, то, что я что-то удалил, сервер крашнулся. Ну, на этом стрим будет заканчиваться. Не получилось мне улететь, потому что я нечаянно удалил ускорители. Очень классная была постройка. Кстати, я забыл почитать ее оценки. 10, 10, 10. Если честно, я не вижу ни одной другой оценки, только десятки. Ну, одну шестерку. Ладно, на этом будет заканчиваться стрим. Ну, десяток очень много. Очень крутая была эта постройка. И ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока.